Начавшаяся неделя порадовала всех по-настоящему долгожданными летними деньками. А это значит, что риск несчастных случаев на воде, лесных пожаров с участием людей увеличивается в разы. Чтобы летний отдых на природе не привел к печальным событиям, бойцы МООП Белорусского республиканского союза молодежи проводят летний патруль. Вы знали, что с 1 числа в Слуцке проходит акция «Летний патруль», которая посвящается безопасному поведению на воде? Держите памятку, чтобы помнили. Спасибо огромное. Спасибо. С 14 лет я принимаю активное участие в молодежных отрядах охраны правопорядка. С 16 лет я стал бойцом МООП. С 1 июня я принимаю участие в акции «Летний патруль». Мы хотим, чтобы наша акция способствовала повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения. В первую очередь детей и молодежи, сокращению количества пожаров на территории республики, уменьшению несчастных случаев в воде. Деятельность молодежных отрядов охраны правопорядка – одно из приоритетных направлений Союза молодежи. Основная задача – сформировать в обществе культуру безопасности жизнедеятельности. Бойцы МООП совместно с сотрудниками МЧС и ОСВОД проводят образовательно-воспитательную работу, распространяют наглядную продукцию по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности, проводят разъяснительную работу среди населения. Вы знали, что с 1 числа в Слуцке проходит молодежная акция «Летний патруль»? Я нет. Она посвящается безопасному поведению на воде. Вот, возьмите памятки. Берегите себя. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, взаимно. Акция продлится до конца августа. Екатерина Никитина, Святослав Логвин, Слуцк ТВ.